Спасибо, грудюшенька. Здравствуйте. Вас бережет, такие не плачьте, мы приехали вас с Днем Победы поздравить. Спасибо. Уже страшно. 91-й год. А что ж ты? Одну войну, другую. Как она, утечка, у тебя война окончена, деточка, с тобой обидишься. Ага. Сегодня, благодаря группе «Помоги согреться старикам на Донбассе», ага, мы поздравляем вас с Днем Победы. А также привезли немножко продуктов. Наш Эдик, иди сюда, Эдик. И продуктов вам привезли. Куда вам поставить или занести? Пойдемте. Вот сюда ставьте.